Сотрудники госавтоинспекции несли службу в районе остановки общественного транспорта «Дальхимпром» в городе Владивостоке. Проезжавший мимо инспекторов дорожно-патрульной службы водитель автомашины «Сузуки Свифт» проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться. Сотрудники полиции организовали преследование нарушителя и через несколько минут вынудили водителя иномарки заехать в тупик. Автомашина сначала остановилась, а затем стала двигаться задним ходом. В результате водитель повредил патрульный автомобиль госавтоинспекции, блокировавший проезд. Однако уйти от преследования все равно не смог. Правонарушителя задержали. В ходе разбирательства он вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку. Установлено, что 32-летний мужчина не проходил обучение на право управления транспортным средством. Кроме того, у него были обнаружены признаки наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования гражданин отказался. Правонарушителя привлекли к ответственности по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях, а Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это применение насилия в отношении представителя власти. Автомашину правонарушителя поместили на штрафстоянку.